Добрый день, это Кокина Неро, красная вода, вот, находится в селе Кокина Неро, но за селом. Это вы не заезжаете, проезжаете кругом, и будет табличка вот эта вот. Я здесь был 11 лет назад, и вот решил снова приехать. Сейчас посмотрим, что там. Это красная вода, минеральная вода, течет с гор, в ней много железа. Летом супер здесь купаться, потому что здесь тенек и вода очень холодная. Я купался здесь. Сейчас хочу еще раз посмотреть. Нашел это место. И посмотрю, что это. Да, тут затопило, конечно, люди еще не ходили. Вот сам водопадик. Давайте пройдем дальше, посмотрим. Не очень видно, но слышно. Здесь очень круто. Даже если шашлычок пожарить или отдохнуть просто, даже позагорать на камушках. Очень обалденное место. Почему рассказываю, ребята? Потому что сам когда-то еле-еле нашел это место и хочу с вами поделиться. Очень красиво. Вот здесь вот отдыхают люди. Сейчас пойдем наберем водичку. Вот здесь в основном все ныряют, потому что здесь выемка есть. Вот такое вот место. Постараюсь медленнее снимать, чтобы все увидели. Безумно круто. Посмотрите на эту чистую воду. Да, сейчас я дальше не пройду. Сейчас апрель у нас. Прохладно, обувь не хочется снимать. Да, она и летом холодная. Вот, но летом там тоже водопад есть. Летом здесь классно. Здесь очень прохладно. Вода холодная. Супер. Село называется Кокино Неро. Красная вода. Сейчас я наберу водичку. Вот, попью. И опять же, не бойтесь, спрашивайте, и вы найдете. Очень много мест есть. Очень много мест, которые мы не знаем. И просто приехать в Грецию на море, это можно и в других странах. Но посмотреть вот такую красоту и покупаться в таких водах, это уже совсем другое. Ну, шум обалденный. Пойду еще в ту сторону, покажу, что там. Там тоже водопад. Сейчас надо. Скользко. Есть водоросли. Вот, если заметите, красная вода. Сюда не пройти. Сейчас мы перепрыгнем как-то это дело. Ладно, обойдем. Хочу поближе, тут большой водопад снять. Туда уже так просто нам не дойти. Опа, вот мы нашли дорогу себе. Под этим водопадом я не знаю, я не купался.
был супер.